Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Здравствуйте всем. Спасибо вам за вопросы, которые вы мне задаете. Люди, которые задают вопросы, они думают. Если передо мной находится моя группа, я всегда рад, когда они спрашивают меня. Это значит, что они постоянно думают над тем, как и что делать, как заниматься и как идти далее. Виктория задает мне вопрос, чем я буду заниматься на пенсии. Пенсии, скорее всего, у меня не будет вообще. Да, наверное, активным людям она не нужна. Руководитель нашей организации, международный Стив Арнаев, имеет возраст более 80 лет. И он до сих пор в теме. Человек двигается, делает технику. И что самое главное, у него очень живой ум. Я лично с ним общался несколько раз. И мне приятно было видеть, что этот человек действительно знающий, грамотный мастер. Несмотря на то, что у него такой возраст. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.